Нет, по идее. Так, нет. Ну, это только Спасибо. по идее. Не за что. Так. Ну все, короче, я Прям снимаю сразу нахуй. хватаем и это. Первого вырабатываем тряпку какую-нибудь, если там будет. Не кармак. Если Вот. попадается жрец, жреца в бабл. А второго, короче говоря, жреца в контроль поначалу. Там как Ну, пойдет, поехали. С стенсисом, так сказать. 83. Что за прикол? 83. Атака. Ёпта, заверт, что ли? Кто против Тут нас? Не было. Полный, полная пати. Веркирий, Хекс, Энвизис, Лига. Не знаю, кто это. Не знаю тоже. Вот я знаю, короче, почти все ники знаю. Друид, так, надо. Давайте, что делаем? Внутрь или на дальний проламываемся? Кто самый быстрый у нас по маунту? Справедливый. Я на волке. О, справедливый и вредное. Через пещеру внутрь. Мы вчетвером. То есть через пещеру на трефы. Проламываетесь и не даете им там резаться. Просто надо захватить хотя бы по секунде на каждой точке сразу. Во. Они тогда будут резаться в центре. Мы вдвоем а мы на куда? Трефу, короче, на это. Да, на трефы через внутрь. Чтобы там и там по секунде хотя бы урвать. А мы куда? Все, а мы на звезду сразу. И на звезде прожимаем. А кто за петом пойдет? Уже взяли, что ли, петов? А, это мы в атаке. Они сейчас по петам спецы. Ага. Все, готовимся. Сразу. К резне. Я, блин, идиот, не оплатил таргетер. Ну, где вы? Дружки. Так. Понятно. Чуваки, внутри чё? Господа, э? Они на капле вдвоем. А мы не туда, бля, приперлись. А чё? Туда? Да шли бы через каплю. Проломились бы и там протащили дальше на трефы. Бегите, бегите. Макс, давай к ним сейчас портайся. Давай за ними. У нас что-то, я смотрю, никто не бежит на нас. Бля, я хз, как там пролезть. Вы чё, балдели, что ли? Направо постоянно поворачивать, бегом. Везду эту пещеру. Через пещеру, постоянно поворачивая направо. Чё, балдели, что ли? Всё, слезаем, готовимся сразу на следующий замес. Они все на капле. Отлично. Через верх тогда, справедливый, газуй сразу на трефы. Всё, захвачено, пошли. Через верх справедливый сможешь пробежать? Я не в курсе, Лёха. Возьми с собой баф, пробеги. Через верх, что ли, не знаешь, как пробежать? Да вообще ни хрена, я тут не пойму, куда. Вы извращенцы, ну можно и так, да. Вообще, вот он, проход. А лаилку попёрли, жрячку. Бабл ушел. Бабл в мага в Веркире. Нет, друля, 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 резко. За спиной Ильич. Таня, Таня. Да что ж такое-то? Ну, этот, хил вышел с бабла. Сейчас добью. Добил жрячку. Жрячку, жрячку. А, треф захват, отлично. Жрячку, 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 жрячку вышибаем. Гусь меня бьют. Веририя. Веркирия, маг, маг. Нищий билд. А, инвиси от меня убил. Так, у меня двое палы друг. Они так и будут у тебя. Не переживай. Они обратно эти штучки уже не могут взять, да?
Нет. Лёх. Нет, нет. Оттягиваемся к выходу. Где выход? Вон он. Выход наверх. Все, бегом наверх. Забили на бой. Можно Хекса бросить вообще. О, выход, выход там. Пускай посидит в костре. Да, выход здесь. Пошли. Пока Хекс тут, у нас численное преимущество. Вот здесь выход за мной. На маунтов и бегом туда. В бою как-то не сядешь. Макс, можешь добить его, Макс. Давай, давай, давай. Сразу по Тании. Она ваншот. Давай. Отлично. Ушла. Жрячка, алаитка здесь же. Жрячка, жрячка, жрячка. Опа. Барьер. Меня высекли. Тащим, тащим. Мы будем резаться на капле, сразу сейчас подбегать будем. User joined your channel. Захват идет, тащим, тащим. Блин, одну секунду. И все. Спокойно, все живы. Алаиску продолжаем ассистить. Алаитку. По жопе, по жопе, по жопе. Все, отлично. Пошел захват. Танию. И не даем ему сейчас сюда подходить. Макса хильте, блин, Макс, водка, блинк. Веркирию убираем нахрен. Задолбает. Все, Хекса оставляем. А, нет, за Лекса убрать нахрен. За Лекс. Сволочь, задолбает. Ну, подожди, 5 секунд спакну его с тебя. Да ради бога, я живу. Ну, вот теперь вообще забыла путается. Твою мать, 6 секунд. Добиваем за Лекса резко. Все, отлично. Алаиску догрузить до бабла. Да что ж такое? Продолжаем прожимать. Мы вроде так тупо банально зергом их берем. Друльку, друльку высечите первой. Сразу же. Она ваншот, Макс, если можешь прям. Комета ее. Больше контроля на хила, пожалуйста. Хил хорош. Отлично, взяли точку. Что теперь делаем? Что теперь делаем? Теперь резко дефаем. Трефы, сволочи, забаговали опять. Сейчас, сейчас кто не разбивающийся на звезду сразу. А это у нас рельс, кельтос. Сразу же на звезду. Гусь с ними же. Кто на звезду? Кто на птичке? Кельтос, рельс. Не бьющиеся, не бьющиеся маунты. Гусь кто с ними же, газуй, на звезду горит. Сразу. И я с вами пойду. Баб кто? Ну он вам там будет нужнее. Хила резко за это отбросить куда-нибудь. Поэтому да. Вы и берите. Чем мы накапли тут? А мы сейчас спустимся через трефы очень аккуратно и пойдем внутрь вдвоем, втроем. Кого ты возьмешь, баф? Да, я и Далену возьму, хила будет мир прятаться. Взял, нет? Да. А мы сейчас сразу, короче, спускаемся и тут же уходим в пещеру. Вон за Зелекса вижу. А почему у них это? Да, не вижу. Ой, ёпта, сколько народ-то. Шесть. Все. Прикиньте, здесь все. Жрячку. Давай. Сейчас я. Остановил я от хил. Ну где пепта? Ну вот, блин, она юзнула эту. А, не, вот сейчас удален. За ней пойдет. Она в удалении? Отлично. Да. Только она в бабле пока, не в удалении. Помажу.
Есть помогу. Мак улетел. Да, мак. Готов. Жрячку доб... Твою мать, да, жрячку да. Добиваем. Бьем по жрячке, бьем и по вару. Или тебе придется. Хочет, не хочет, а придется. А что в пещере-то? Чё не забежал никто? Блин, все тут, что ли? Да. Я в пещеру пойду. Давай. У нас тут 30 секунд. Сразу говори мне, как придешь, чтобы я на тебя блинкал. Вы там держите, ребят, не давайте им выйти сразу. Кастуй. Кастую. Да слейте вы Хекса уже, он чуть-чуть осталось ему. О, отлично. Да твою мать, не дают же. Сфакнул. Ничего, ничего, бей. Ладно, запись, я тогда здесь еще побуду. Опа. Болта. Твою мать, их двое здесь. За пещеру нужно резко бежать. Я сейчас баф беру и за пещеру, их там трое. Держите звезду, держите. Я сейчас постараюсь их выключить. Все, я улетел. Нет, не улетел. Да, улетел. Макс, сейчас резко спускаемся за пещеру, я возьму баф. Хорошо. Давай резче. У меня 12 секунд, 10. Че, каплю взяли, что ли? Да, ну, они так, взяли внутрь. Внутри они взяли. Звезду держи, Макс, давай к ним на звезду. У меня сюда никто не пришел пока. Ага, вижу. Сейчас я к вам отправлю друльку. Блин. Зафокусили. Все, остановили, держимся. Держимся 3 минуты, ребят. На трефах пока есть время. Держимся. Макс, давай к ним. Все еще к ним. О, Пет! Беру и бегу. И сразу жряк и водолену. Чтобы вообще никто не был. Не вижу жрека-то. Жрек. А, вон идет. Жрек удален. Оп. Ну-ка на. Оп. Бар отлетел. Ловитку. Вон она там. Блин, слепит меня постоянно. А, нет, не она меня слепит. Мне тоже кто-то. О, да. Благо. Меня здесь пытаются прессовать один друль, так что она к вам больше не пойдет. Не должна, по крайней мере. Но может прийти. Блин, маг в этой долине, что ли? Почему на мага и долина перешла? Ничего страшного, я держу за пещерой. И долина может перекинуться на того, на кого ты... Это, кто из... В бабле, например, жрец. А, ну в бабле был жрец. Перешла. Нормально. Не страшно, маг у них неплохо, кстати, всекает нормально. Нормально, да. Не забываем пета взять. А, ева, блин, отлетел. 30 секунд. Сейчас возьму. Минуту держимся. Так, у меня двое. Бля, я на тебя портуюсь. Давай. У меня маг и не... И друль. Не успею, боюсь. Вы еще... А, не успел! Блин, пиздец. Нет, не на меня. Пошли перед пещерой держать будем. Они вдвоем пускай захватывают, ничего страшного. Ну да. Сейчас, где алаитка-то? Ёпта. Высекай, спустимся, здесь, спустимся здесь. Перед пещерой, да. Ничего страшного. Да, Лена. Да, алаитки. Держимся, минуту осталось.
Блин, удочка. Идиот. Подсекаю. Алаитку в бабле за Лексу дал, блин. Перепечатываю. Задолбал диспеллер. Захватили, хрен с ними. Ничего страшного, мы уже выиграли. Отлично, жрячку добиваем. Да, вышла из бабла, добиваем. Все, хана, мы победили. Веркирия надо добить. А, это гильдия Вечные, понятно. Кстати, Вечные — это неплохая гильдия, их много. Кто ж спорит? Наш поход за Реальгаром продолжается. Все, четко. На нахрен. Блин, меня Веркирий обогнал по ДПС, ну чуть-чуть. Тебя да. Даже я обогнал по ДПС. Иди ты. Ну, Ильич, ты все переживал. Где я? Хорошо накилял. Отлично стоял. Пойти на сражение. Фу, блин, слава богу. А, по урону из нас я первый. Ололо. Что-то мне говорили, что отправляется в астрал, а я барда вот сейчас шлепнул, и он не долетел, он до края. Да, слушайте, маг у них неплох так, Веркирий-то. В целом, знает, что делать, портается. Что, заново будешь вставать? Примем Веркирия, конечно. Говно у него только билд. Никакого контроля, ни стенки не было, ни одного поджога не было. Он вьюгами кидался, но в целом да. Он знает, что делать. А от вьюги... Да ни хрена он не знает, что делать. Так, а у нас еще две пати на енохе тащит, да? Тащит, еще неизвестно. Так, по результатам первых боев Золотая Орда жжет. Когда следующий бой? Через сколько? Через 13 минут 20 секунд. Каждые полчаса, что ли? Да. Ну так бой полчаса длится. Ровно полчаса. И сколько их боев? Три. Три боя всего? Или пять, не помню. Да. А как ты смотришь по где боям, где они идут? Знаешь что? Там, где находятся наши парни и девчонки. Там потом на обычные походим. Две пати на енохе чемпионских, сейчас это видно. На обычные потом походим? Не, это по месту. Гильдия, а в Домионе, ну на первом месте ЗВОшники, а не видно же ничего. А что Макс, видеть-то? И так, знаю, и так видно, что там происходит. У меня на работу завтра, посмотрим. Ну ладно. Я бы сходил. Да там можно солянкой сходить. Сейчас посмотрим по результатам боев. Тут у меня он Ульфа спрашивает. Можно уходить или как? Вот сейчас будем смотреть, что там, как там. Победа, поражение. Собирайте группу. А, давайте я соберу. Ильич, ты где? Подлец. Курить, что ли, пополз? Ребят, ну 18 минут. Это что, это кто-то там до упора, что ли, собрался на ничьих сидеть? Я-то сначала подпер, я не знал, что через каплю пройти можно. Вообще первый раз в это вот. Я тут. Кидай меня. А другого идет прямо за ними. Через пещеру, через каплю туда, да, на эту трефу. А народ. Ау! Меня слышно? Нет, я не знаю. Так я ж тебя звал, где ты был-то? Давай я еще сказал, раз. Я отойду. Я там как балбес пробегал, не знаю, куда он щенился во все углы. Бывает. Даже отсюда я слышал смех. Ну да. Что такое-то? Ну где наш-то? Твою никогда. Мать, дальневосточные армаде слились. Никогда. Слились. А где ты увидел это? В истории. А, в истории? Намтар. Пойду это. Че, Ильич, говоришь? Пойду не, посмотрю, что там у Намтара. Channel switched.
Чего это вы, ребята? Да вот так вот. Ну и Дунус, он был в гильдии Рим, я его хорошо знаю. У них, хороший. Видишь, у них контроля до хрена было, то есть у них два места, некр злой. Хорошо, ну, замечательно, но вы некро-то выстегивали первым, он же вата. Да. Ну я бы не сказал, что он вата, но естественно ассист по некру всегда. Смотрите, делайте работу над ошибками. То есть ничего страшного, то что слились, это ничего такого нет. Ничего нет. Ходите на обычный доминион, тренируйтесь, узнавайте. Может, вы первый раз на Енохе были, кто знает. Да нет, не первый раз. Вот, выясняйте, узнавайте, в чем. Не, ну в чем был косяк, это уже понятно. Отлично, работайте над ошибками, чуваки. 3К? Ну окей, хорошо, я верю. Я ничего не говорю по этому поводу. Учимся, набиваем шишки. Замечательно. Не все же выигрывать. С другой стороны, гильдия провела... Сколько? 4-5 чемпионских боев получается. Из них только 2 проигранных. Уже хорошо. Работайте над ошибками, чуваки. Да понятно. Есть ульфа, если что, можно будет заменить. Но вы уже слились, я так понимаю, вы уже больше не встанете. О, пришло. В смысле, куда не встанет? А, уже можно... А что, поменяли что ли это, да? Можно вставать что ли после поражения? Да. А почему нет? Конечно, можно. О, прикольно. Ну, что, принимаем что ли? Давайте, ребят, давайте, тащите. Старайтесь. Дальневосточники, они посильнее пока, да. Это ничего такого в этом нет. Вперед. Подожди, ты через что рыгался? Через гильдию нам? Да, через гильдию на доминион надо рыгаться. Ну, смотрите, давайте, тащите, давайте дальше. Mm-hmm. Ничего страшного. Они наскочили на... Ну, Намтар пишет, что они наскочили на более сильную пати. 3000 герскор разница. Ох, много, да. Это сильно много. А вот что там, где косяки, они уже знают. Ну, это я видюху выложу, можно будет посмотреть. Вот. Ребята говорят, что там против них было 2 места плюс некр. Это все-таки уже действительно проблема. Такая, если умеют играть, если мы на таких нарвемся, я не знаю, чем. А что за гильдия ты была? Дальневосточники. А бортмеханик, я смотрю, он что-то тянет. Что тянет? О, боже! Но получше результат, молодцы. Хочу в ЮП. А, ну хочу в ЮП, да. Тогда туда принимают чуваков, которых нам за счастье пока. Да, хочу в ЮП посильнее нас, это нормально. Но счет получше, чем у Намтара. Тоже нормально. Ничего страшного. Пойдут тоже чувакам. Да, я так понял, вы нарвались на серьезных таких чуваков-то. Ну как, серьезно? Почти затащили. Ну я видел, да. Счет это не почти. 20 секунд не хватило. Я понял, да. Ничего страшного, вставайте, еще будем разбираться. Ну и, конечно, делайте ошибку, работу над ошибками. Там, если отхила не хватает, допустим, ульфа готова. Вот там, если что, там. Вот хил готовый, короче, с чемпионкой есть. ПГС, они выше нас были. Да. Это я уже нашим там сказал. Потому что в Южный парк. Кого берут в это. Хочу в Южный парк, рекруты Южного парка, они. Круче, нам, короче, за счастье такие игроки пока. Не, нормально, в принципе, все неплохо было. Мы, правда, мой косяк протупил, я с защитой немножко неправильно сделали. Ничего. У нас быстро точки просто забрали. Мы могли просто отдефиться полностью все 12 минут, но протупили. Хотя мы отдефились 11. Ну, я понял, да. Ну, ничего, отлично. Мы сами чуть не всрали, кстати. Лимонка, плюс они. Хорошо, это сообразил быстро оттащить одну точку. И, в общем, минуту выиграли просто на одной точке сейчас. А, ну вот. Продержали. Вот, сейчас что-то в атаке, короче, тоже что-то тяжеловато было. Некры и Жряк все-таки в хиле они были как-то. Но у них был лук и Инж. Инж, конечно, меня ассистил жестко. Я просаживался так, блин, нормально. Понятно. Ну нормально. Давайте, работайте. Учитесь, сыгрывайтесь, это хорошо. Патька у меня еще не заточена аж под ПВП. Смотрите сами, да, прикидывайте, что там к чему, какие билды, может быть, что-то. Есть, кстати, у Хромовника, например, есть более-менее универсальный, ну, для этого сервера, потому что в основном криворукие Хромовники здесь, насколько я видел. Нет такого Хромовника, которого я еще не разбирал бы уже за 3 месяца игры. Вот, то есть...
Да, да, понимаю. Хромовники здесь вижу, днище, как тянул. Я вижу, поэтому по хромовникам всегда у меня ну, можно что-то спросить. Четко, сейчас все затащу. Давайте, давайте, сыгрывайтесь там. Не забывайте там жрать всякую химию и прочую дрянь. Давайте. Channel switched. Так, у ребят там понятная была проблема. Борт там проводит агитацию среди мирного населения. Вступаем. Все тут, надеюсь. Давайте пораемся сусликов. Ну да, конечно, знаешь, если бы мы с самого начала там вот все в три патики бы ходили, было бы проще. Угу. Так там ничего, что... ничего пока. А тут сейчас пошли такие. Пока уже, ничего, пошли. Не забываем, как было на прошлой неделе. Ну да, манифест. Мы затащили два неполноценных боя. Сейчас был полноценный бой против такой же патики. Не вижу гирскор, к сожалению, поэтому это на видео не видно. Оплачу, конечно. Сыграть что-нибудь, да. А мы этот, деньги будут только завтра. А на чем мне сыграть? А вон чугунно играет на барабанах. Пойдем на концерт. Я нам на гитаре, он там. А у нас еще не было праздников, мы не можем пока купить. Да. Мы же нубы. Мы же три нуба, не забывайте. Мы же три месяца в игре только каждый. Еще не было праздников, каницев, эльфов. Да, у нас даже вот этой танцульки нет. Mm-hmm. Которая там это... справедливо бахает. Эй, че мы не встали-то? Кого нет? Ничего не слышу. А че не встали? Вступил. А что, разве можно? Все, да. Вот, стоим, готовимся. Ничего-ничего. Нормально, сыграются. Вот почувствовали сейчас, чуваки, вот что такое гильдия, которая хоть какое-то место уже получила пока. Уже чувствуют, что есть определенная жопа. За проигранные бои что дают? Ни хрена? Ни хрена не дают, абсолютно. Почему? Мы выиграли, соточка прилипла. Нет, мы выиграли, нам прилипло 17. Соточка есть у всех, кто вышел. У нас не выиграл 17. Что непонятного-то? А про что вопрос-то? Я про амальгаму толкую. К амальгаму? Мне 157 дали. О, 148 выпало. 148 дали. Может, мне было чуть-чуть? Ну, может, не, я имею для гильдии проигрыша. А, проигрыш ничего не дают. А победа что дает? 17. Да. 17. Вот сейчас можно увидеть. Вот видишь, у нас чуваки с двумя победами 134. Нет, мы сейчас на... А выше них, вот, короче, по 4 победы сейчас одержали Авантазия, Iron Ball, Сюрреал и Золотая Орда. Почему? А, нет. На 22-м месте. Мы в жопе должны. Золотая Орда еще один бой выиграла. Золотая Орда выиграла 5 боев. Почему? Почему мы в жопе из всех 117? Ничего не понял. Какие 117? Я награда. А рейтинг? Ну, по рейтингу. Потому что, смотри, ежики в тумане слились с худшими счетами, чем мы. У нас просто суммарный счет, судя по всему, у нас лучше. У нас 2500 плюс 1980 плюс 20040 у нас лучше, чем у них там сколько-то. Возможно, они одну пати выставили вообще. Поэтому мы лучше ежиков. Но хуже, чем дальневосточники, которые, возможно, слились там 2500 на 2400. Поэтому они выше нас. Это как... Ну, понимаешь, да, как в хоккее, да, там... сначала по личной встрече, если было... При ничьей, то по количеству забитых пропущенных. Вот так же и у нас. Просто по количеству заработанной и просранной. При равном счете по количеству просранных. Это значит, что другие проводили более-менее равные бои, просто слились последними. Ничего страшного, у нас еще два боя минимум впереди. Ну как минимум? Минимум один. Через минуту. Пока что мы держим 22 место. Это, кстати, более чем. Мне надо будет все перепить, переесть. Ничего-ничего. Если мы сейчас... Нет, ну серьезно, и дальневосточники, и ЮП, они посильнее нас будут. Вроде. Пока. Перевешь себе печеньку, Маш, пожалуйста. Угу. Я каждый раз обновляю. Как там захожу. Вот, а потом будем смотреть, что там к чему. Пока ничего критичного не происходит.
Вообще не хватает. Не хватает. Пока. По... Да. Но по первому бою бардов дико не хватает. Это да, это абсолютно точно. А пока по первому бою все как на прошлой неделе. Собственно, ничего пока не поменялось. Да ничего не должно было поменяться. Само как от барда бах еще один дается. Ну. У нас одного баха не хватает. И дудки. Ну, как говорится. Эти контроля. Опять. Стенсисом. Фурнак, трюкач, мехфак, хтулховод, волкотопор. Это кто? Вачкотопор, это кто? А вачкотопор это импы. Да. А, точно. Ага, импы. Никого ни раз не видел. Трюкача, по-моему, один раз. Так, два мехфака рата. Видел. Как? Там не флеш... Так, господа, флеш Андреша я не видел, я слежу за топом. Флеш Андреша очень низкий гирскор, скорее всего. Мы в дефе, значит... Значит, надо как минимум одного чувака, как кого-то. Чё, я на звезду опять, да? Бля, в дефе начинает, конечно, край. Угу. Так, я на дальнюю, наверное, на трефу. Да, Лёх? Давай, справедливый, на трефу, а мы впятером спускаемся на звезду. И, соответственно, смотрим, если там один чувак какой-то рванул внутрь на каплю через звезду, то ты с трефов сместишься. Поехали. Тебе ближе будет. Всё, погнали. А где баф-то, суки? Беру. Ой, блин, полет засрал. Ой, блин. Тут, кстати, можно прям пролететь с самого начала. Прям до Ильича. Ну, четверо их, все, пятеро. Пятеро? А, вижу. А где все остальные-то? Че я тут один вообще-то? А че, ты разобрать, что ли? Сейчас разберут. Штормы. Блин, ни хрена себе штормы. Резко флеш Андрешу. Готов. Хила. Даю. Я выпустил удалену на кого-то. Что значит на кого-то? Не знаю, я в слепке был. Мехфак разбираем. В бабле. Бабл. По метру. Они побежали, слышишь, убежали. Они рванули на... Либо капля, либо треф. Так, ко мне, мист. Я останусь тогда пока. Нет, они не ушли. Они пытаются уйти от Идолены. Он без бабла, вали его, чё. Добивайте. На. Держи трефы. О. Что там на трефах, сразу маякуй. Макс к тебе протанется, Макс, отхилься. Гусь, дохиль Макса, ему прыгать надо будет. В очко топор. Надо вот эту байду. Куда он пошел? Там в центре сильный вар находится, вар в центре. Что в центре? На капле. Никого пока нет. Кто умрет, сразу баф хватать. Трюкач в центре. Фурнага резко доливаем. Стоять, сука! Инженер мимо бежит. Ничего, ничего. Ты ловишь его? Да, поймал. Блин, не могу. Все, все, я его добью. Добил. Не пропущу. Так, по мехфаку давайте. Так, ты вышел из бабла, некор, ушел. Оп. Вот гадина меня в астрал кинул. На трефе. Блин. Кидается все-таки. О, как! Начали все захватывать, нифига себе. Звезду мы им хрен отдадим. Добивайте. Добейте! Да. Куда идти? Двое в пещеру. Забирай баф. Где я его заберу? Бегом. Кто у нас наверху? Кто в центре-то? Справедливый, что там внутри? На трефе мисты и все, я больше пока ничего не вижу. Бегом туда. Ну кто там на трефах? Фурнага доливает. Привет. А теперь так я каплю его оторву. Все. Пусть отрывают. Твою да, мать, не добили Фурнага. Да здесь трюкач, блин, на этом. На капле был один причем. Макс, а ты что там сверху тусишь? Что значит сверху? Я пришел и трюкача бью. А зачем ты его бьешь? Убегай от него. Нахрен у тебя усрался. Пусть здесь стоит. Ильич, мы в дефе. Ну, он захватил уже каплю. А, она захвачена? Да. Блин.
Спокойно, спокойно. Что, что со звездой? Что бросили-то все звезду? Я один сюда ползу, блин. Там четверо на звезде. Мэйн. Ну, бегом тогда на трефы, чё? Кто там? Кто там есть в пещере-то? Макс, помогай, законтроль его, я бегу на трефы. Не дай ему меня застопорить. На трефов нет никого. Я тут все на звезде. Ну, так захват-то идет. Давай добивать уже, Макс. Водку жри. Пожиру. Ладно, давай добьем его. На треф резко смещаемся. Готов. Все на трефы сразу. Там добили кого можно. Если их там больше, чем двое вас, деритесь, ну, оттягивайте, тяните время. Ничего-то мне нехорошо. Давай, давай, справедливый, давай, в бабл его загоняем, суку. Он меня пытается добить. Загнали в бабл. Не убиваем, не убиваем. Да, тянем меня, время, да. Не убиваем, не бьем, не убивай. Пусть мучается, не убиваем. Он меня добил. Не убиваем, не даем им время собраться. Не убиваем. Давайте сколько оттягивайтесь нам? Постепенно к трефам, ребят. А сколько нам еще защищаться? Быстрее, 7 минут еще. Сколько? 7. Быстрее на трефы, аккуратно только. Я у них, короче, мистика загнал в текстуру, если он не выберется... Отлично, то... отлично, бросай его там. Я умер, но он там пока сидит. Не добиваем, не добиваем, не добивай! Пусть мучается, пусть хилится. Мы его высечем потом. Это даст нам выигрыш по времени. И по очкам, по количеству. А, у него же сход есть. Не, смотри, он там он до сих пор тусит. Не добиваем. Ктулховод, короче, застрял. Не добиваем, пускай сидит. Баф взяли там на пета, если есть. Смотри, смотри, прыгает, прыгает, пытается. Пускай выбраться. Прыгает. Что, не добиваем, не добиваем пока, не бьем. Пусть висит так, как есть. Потом добьем. 3 минуты он будет. Где еще после... 3 минуты у него после смерти, ничего страшного. Враг пришел. Че, убиваем некро? Трюкача. Кто? Бьем. Бьем, бьем трюкача. А некро? Пошел в астрял, погулял трюкач. Он не ушел в астрял. Зря вы его добили. Нас-то здесь четверо. Ну? Двое. Так а их-то всего двое. Ну трюкача, трюкача, все, 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 оставляем резко мехфак. Мехфак, мехфак. Бьем, бьем мехфака, в бабл загоняем, отлично. После бабла резко убиваем. Все, добиваем. Этот пусть живет. Пусть живет, пусть живет. Пойду посмотрю, кукловод там еще или убежал. У него минуту, можно его подконтроливать просто. Кукловод до сих пор в текстурах сидит. Пусть смотри. Сидит, не уходи из круга. А то сейчас всей толпой прибегут. Да все сюда. Все здесь, господи, что ты там делаешь? Гусь, что там? Сколько их там у тебя? Трое, держу себе. А, ой, отлично, держи, 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 тяни, тяни время, держи. Молодец. Не бейте, раб. Пусть меня пытается слить, ничего страшного, он меня хер сольет. Не бей его. Не бейте, не бейте, отзовите, пета отзовите. Пусть пытается мучиться. А, на меня некро пришел, все, можно на некро переключаться, пошли. Опять негра догоняем до смерти. До смерти и больше не бьем. Все, оставляем его здесь. Их четверо. Вочка топора, резко. Давай. Готов. Добиваем. А, ладно, сам справлюсь. Все. Жряк, жряк. Мехфак. Удаление, прыщак. А 9 баф на нем удалену. А все, некро. А, фарнак в удалении, пускай сидит. Супер. Супер, супер. Трюкача. Пытается слить и долену, высвободить некро. Бесполезно. А, слил. Нет, не слил. Этого сразу убиваем. Некро пусть сидит. Отлично. Вычка топора теперь понимаю, снова. Смотри, там мистик у них, по идее, баран, не знает, что у него исход есть. Или здесь не работает. Если он исход кастанет, пиздец, Доминиону. Вся группа уйдет. Да? Группа уйдет, да. А куда? В Новоград? На в ближайший респ, к которому они были. Я не респ, вся группа уйдет туда.
Хотя с их попытками уже... Некро. Все, пошло некро. Некро пора. А этого оставляем. Он ваншотный, его оставим. Да он умрет сейчас. Сразу. Он ваншотный, пускай. Пусть будет. Я вот сейчас поставлю пета. Вон, жряков бабл. Давай. Жряков бабл, нормально. Во, вот это нет, этот смотри, пусть висит, нормально, пусть сидит. Погоди, погоди. Не слышал. Кто у кого, уже в текстурах его нету. Ничего страшного, господа, нам надо продержаться. Ай-яй-яй, осторожно. Все, добиваем флеш-андрешу. И сразу по вару. Трюкача пошли. О, можно не бить, сам помрет или что там. Бля, вот теперь они соберутся, надо было оставить. Но ничего страшного. Ничего-ничего. Времени у нас вагон. У нас будет 10 минут на захват. Это точно. Даже больше. Так они же не захватят нас сейчас. Они не Ильич, типун тебе на все твои языки. Две минуты? Я поставил баночку на мастерство, ты мне так и не дал. Кстати, где Ильич, нам надо прожить 2 минуты. Под 40-секундным захватом. Да куда ты отбегаешь-то? Ну ты издеваешься, что ли? А они сейчас придут, между прочим, с петами. Резко, Миста! Миста нахрен! Великолепно! Пошли! Пошли в это! Флеш Андрешу! Да-да-да-да-да-да-да! Инжа, Инжа, Инжа! Минус. По некру. Некр, некр. Да, это самое. Все, смерть. Жряк, жряк, мехфак. Льем, 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 льем. Некр добиваем. Кто великолепно. Может. Оставляем этих чмошников, какие есть. Я некро хочу убить. Дали некро, а чмошников можно не добивать. Трюкача пусть... только до бабла. Трюкача до ореха. И пускай вдвоем живут как хотят. Все, нормально. Можно не добивать. Но вочка топора, только аккуратно, без массов. О, отлично. Опять... Льем по кругу. Пошла, льем всех. Все, льем. Это общий замес пошел. О, блин, я выпал. О, блин, Бывает. Ничего страшного, заливаем резко. Вычка топора резко заливаем. Охренеть, я еще падаю, столько времени. Готов. Инженер. Инженера. Флеш Андрюшу. Мистик, бугаюзер, сильно. Надо написать саппорт, чтобы поправить. Либо за места играть. Ктулховоды. Понятно, жреца. Пусть тело с него самого спадает. Так, тут у нас... О, некак. Отлично, отдефили. Все, теперь остается только захватить, ребят. А почему? Так, раздавай быстрее, Леха, кто, куда и как. Рельс держи. Давайте так. Да ладно, мне Макс дал, потом... Вредно и справедливо остаются вдвоем на звезде, все остальные на... накаплю внутрь. На трефах они уже не резнутся. И жрите, что там у кого кончилось сделки. Точно. Конечно. Там есть. Все сначала берут каплю. Где идем на каплю? Затем на трефы. Да. Справедливый и Яна остаются на звезде. Нет. Вдвоем. Создавать видимость того, что мы ее штурмуем. Пока мы не дошли. Хорошо, давай гол на каплю тогда. И все полные 12 минут мы должны захватить. Мы сильнее, вот, насколько вот. Я вижу. Ну да, выкашивать надо по это. Сначала мист, потом инж, потом некор до бабла, потом жрец до бабла, потом некор до конца. Так и есть, потом так и жрец до конца, а на банке, короче, просто контроль и все. Так блин, и что я туплю-то? Топоки. Мишуя. Бегом до капли. Я быстрее всех вас пробежал.
Чувак, ну у нас там вообще-то заметно. Молодец. Часа, пока ты бежал. А нас били тут по жопе. Да-да-да, я короче... И держите был. Звезду максимум, просто на себе держите сколько только сможете, ребят. К толховоду пошли. Включаю эмблем. Блин, на мне и до Лена, а как ее снять? Ничего. Можешь убить. Либо убежать, либо убить ее, бей ее. Главное, не дай ей убить тебя. А, у нее 10 секунд, она еще исчезнет. 30 секунд она всего висит, либо убить. Как же бесит меня мисс. Спокойно, спокойно. Пусть он будет здесь, мы его потом нарез подправим и уйдем на трефы. Ты пусть шел, лучше ты? Так, мы захватим да, и все. Ты... О, давай, теперь в очко топора пошли, да. Подходит некр, я на некр переключаюсь, короче, сейчас я его довезу. Не дам похилить. Хе-хе, сучка. Че, бабл? Бабл, всё. Сука, бабл, бабл. Пошли, вычка топора резко. Давай. Он после ореха. Пошли, добиваем. Отлично. Дай. Некро можно не трогать, он ничего не сделает. Ладно, я его сейчас вот посажу. Зараза, он еще... Да ну тебя нафиг, дружок. Готовимся еще... отходить. Он еще кусается. Давай добьем его. Надо убить флешандрюшу. Сейчас надо бежать на трефы. Да, сейчас начнем уже выходить. Все, так. Седлаем, пошли на трефы. Звезду создаем видимость. Как там у вас замес? Пошли, пошли, пошли. 2 на 2, высекайте постепенно. Ассист раздавайте, я не слышу, вы общались. Извращенцы. Я понимаю, семья, все такое, но... Че там ассисты 2 на 2 раздавать? Ну так вдвоем быстрее одного высечь, чем по одному. Давайте, давайте. О, давай места. Пошли места. Да, давай. Это самое осторожное, вот от места отходите вот в сторону. Блин, что там в меня летит-то? Флеш Андрюшу, пожалуйста. В удалении нахожусь. Вместе к костре. Ничего страшного. Все, скинул я себя. Готов. Пошли, некро. Фурнага. О, блин, чёрт, я не вижу. Меня засыпают. Ну давай, ну да, конечно, куда ж. Кого ж еще бить? Это же такой кельт. Бабл. Долбим топора, вачка топор. Макс, 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 Макс! Держусь, держусь. А, не, все. А я могу. Вачка топор. Все, фурнага добиваем. Можешь резнуть ресой. Давай, он на гусе висит. Давай, давай, ресы, ресой. Я вижу, где он валяется. Ну, ткни, неважно. Да он уже встал сам. Понятно. Сейчас я флеш Андрюшу уберу, убрал. Вычка топора добиваем. Добиваем, добиваем. И сейчас мы резко с... И мы сейчас резко с основного респа вынесем всех остальных. Топора добиваем, добиваем, добиваем. Отлично, места отбьем. Вы там добьете, я тогда как-то к справедливому портаюсь. Давай, давай, к нашим. На меня ты долен пытались повесить. Здорово. Полховода добиваем, добиваем, Финал, гада. Привет. А, ну отлично вообще. Так это то, что надо. ББ даже включают, прикинь. Трюкач пришел. Ага. Добивай двойника Ильич. О. А, блин, 25% надо. Готов. Флеш Андрюшу. Андрюшу, Андрюшу. Ну, колечко-то хилит. Конечно, хилит Андрюшу. Мага не бей, у этого рата не бей, его кельта с сугро попробуй. Yeah. Фурнага. Все, а мы захватили. Прыгаем в астрал нахуй, чуваки. Вообще хуй с ними, в астрал сигайте или мрите сами. Прыгнули. Да вам-то не надо, вам на звезду вам надо захватить. Вы-то зачем? Мы про трефы. Ладно, собираемся на точке. У нас 7 минут на атаку, не все нормально. Ладно, нормально. Сейчас все собираемся, все убились, и все нарез. Прикинь, чуваки доделали. Ура! Чуваки такие, бега тебе, вот это ход. Это пиздец, конечно. И с респа сейчас всей кучей пошли. Правда, я почему-то на трефах резнулся. Фурнага по дороге, ливаните, чуваки. Они все собрались. Зараза. Ничего, они и должны были собраться. Сейчас резко инженера убираем. Резко инженера. Сразу. А мы бы добрали просто так там, стояли это бы с справедливым просто... и я. Нахрена вы убежали? Что вы делаете-то? В этот, в астрал. Ты сказал, прыгаем в астрал. Прыгаем. Аккуратнее тут, между деревьев, прыгайте. Прям по инженеру сразу. Флеш Андрюшу, пошли. Да,
Есть, пошел захват. Кукловода. Кукловода, к тулховода, да. Тулховода. Тулховода, пошли, добиваем, добиваем, доливаем, доливаем. Блин, ВФ ушел, остальная форма. Доливаем, нормально все. Все, овочка, топор, мы... А, мы выиграли, отлично, великолепная победа. Просто изумительно. Что, больше в окно прыгать не надо, что ли? Вы так не делаете, это касалось только нас. Если ты слышишь меня... Я из наших опять. И меня рядом нет, это значит, что тебя это не касается. Что вы сделали? Ну, минуту выиграли лишнюю. Ай, блин, вы маньяки. Смеха только. О, борт затащил, хорош. Нам. Все красиво. Сейчас я проплачусь, подожди. Все красиво, когда у папы ксива. А я вообще без задней мысли понял. О, а этот бой затащили мы с Кильтосом вдвоем. Ильич тут третьим затесался. Я умер больше всех. Даже гусь накилять успел, вообще красава. По урону нам нет равных. Харинаси. Фух. Мне тут смешно, да? Все, в остался, прыгаем. Ну нет, больше так не делайте, ребят. Я вижу, ну, вот рядом, покеру, сразу. Вы держите в голове, но не забывайте же, что мы разделены. Что если, если слышно команду, что это... Ну, для другой группы же, ну очевидно, ну нахрена так делать-то? Сейчас бы очков сэкономили еще побольше. Фух, да нормально. Ну конечно, но мы было видно, что затаскиваем. Все, прожался, вроде. Смотри-ка, штормов мы сильнее. Мы, кстати, 13 место заняли. Кстати, нам должны... А, хотя, не знаю. Это надо на РЧД нападать на кого-то, чтобы получать баф. Да. Надо победить сильную гильдию. Гильдию, которая выше нас. Инквизицию. Так, теперь мне пишет, что играю басы, мне пишет это... Теперь, говорит, мы вместе можем попасть. А, ну они палочки. Палочки 13-е, мы 14-е. Ну да, кстати. Ну, я так скажу, парни, я бы лучше бы остановился и больше не пошел бы. По-хорошему-то. Нет, это, конечно, приятно будет получить уже 3 лири Альгара в неделю. Но все-таки... Нас пограбят. Да, нас точно пограбят. На нас навалится кто угодно. И сурки, и ЮП, те же самые хочу, в ЮП, и сам Ри. ЮП не новая. А, 5 уровней там, ну, да? Ну тогда надо делать стратегический шаг назад. Надо стратегический шаг, просто не выходить на бой, может быть. Ну, кому, пошли нам? Тогда чё? Да нет, или... ничего. Просто не выходить на бой, да, и всё. Да, не выходить. Потому что мы со 130... Сколько мы... у нас было? 134, и мы были уже... А, вон, стоп, минуточку, подожди! Победил. Подожди, стратегический шаг, секунду. Ой, Намтар вообще красавцы. Мы на 9 месте. Да ладно, срать, ты чё, Лёх, пускай грабишь пистол. Если мы сохраним 9 место, ну... А, ну смотри, 57 награда грабитель, мы получим 3 ли Альгара. Ну понимаешь, если мы соберёмся, кого-нибудь нагнём, то мы можем иметь 3 Альгара, понимаешь? Там будет срать, ограбишь. А, ну да, даже если мы будем ограблены, мы получаем сколько? А, нет, нам надо 120, Ильич, 120. Почему? Ну, 57... Ну нам 120 надо, чтобы 120, 120 и 60. А, нам 3. Можно, короче, 5 частиц не 5 хватает. Частиц нам не хватит, да, нам надо будет грабануть каких-нибудь мешков тогда. Ну, да, да, и все, и короче, у нас четко получается. Ну, пока хорошо, хорошо. Слушай, вот это уже вот чувствуется результат, блядь, в гильдии. Вот это уже серьезно. Надо было сразу создавать, в самом деле. Правильно, ребята спрашивали еще в стримах, во время прямых трансляций, мол, что не хотите создавать свою. Ну да, это что-то. Просто там на нашем-то, на платном сервере, ой, фу, на фри-сервере. Ну да, на фряжках просто с непривычки, конечно, на фряжках хер ты так дернешь. Да, создал гильдию и что-то. И что, да, на соси, да. Блин, у любого донатера. Есть такое дело. Срал все бегом. Зачем? Это мы потом соберемся, расскажем. Да это я видео залью. Ты записывал это? Ну конечно. Ой, это вообще шикарно. Теперь весь серф нас запомнит как прыгуны. Это будет шикарный лос. Да не, на самом деле, да ладно, че фигня. Да все равно, это даже такой ход тактический, он был вполне себе неплох. Вот, видишь, Ильич, 162. Ну не надо было сомневаться, что сам Рин это...
до нас не дотянется. Конечно же. Сурки. Бля, это пиздец, чуваки, с сурками биться, блядь. Погоди, ты, может, натянем еще. Блядь. В какую жопу мы ввязались, парни? Это же пиздец. Куда нахрен? В топ сходу, блядь, с места в карьер. Это ж так споткнуться можно. Ну нет, ну даже если нас грабанут, мы все равно свой Реальгар один получим. То есть все более чем по плану, так что пока что похуй, в принципе. Даже если будут нагибать, то самый. То если нас будут рейдом нагибать, то в любом случае лучший способ научиться побеждать — это биться с более сильным противником. Я был бы не против, если бы на нас напала не то, что Золотая Орда там или Авантазия, но слишком сильные нам противники, конечно, это глупо. Ну, как мы тогда бились головой об манифест, блядь. Вот, а вот просто... Офигеть, чуваки с Сурков сломали, вон, точно. Просто серьезные вообще, это было бы охуенно. Ладно, что, Сурков сломали? Да, вероломщик! Сурков разобрали. Бля, это пиздец вообще, конечно. Что творится? Серьезные пары. А, 2500 на 2500, они там вообще на равных бились. В последнюю секунду вырвали очко противника. Вырвали очко у противника в последнюю секунду. Да, это зло. Так, ладно, 4 минуты осталось. Встаю. Встаем, не встаем? Встаю, да, 4 минуты. Нет, будет смешно, конечно. Жесть какая-то. Ой. Это что такое? В гильдии Iron Bulls вакантное место барда. Я валюсь. Это говорит катарсис. Ну и пускай оно будет вакантно. Не, это прикольно. Не, катарсис хороший очень. Очень хороший храмовник. Я, в общем, 2 раза в рейде был. Толковый, марил, малый. Да вообще в Iron Bulls мешков нет. Не, там есть мешки. Но относительно внутри гильдии они мешки. А для общесерверного они далеко не мешки. Молодцы. Серьезная гильда, хорошие парни вообще. Они могут так побеситься, потроллить. Они знают, вот их я могу сравнить с АД. Нам нравится ПВП, и мы просто фанимся. Вот и все. Такие веселые ребята. Ой, я, по-моему, слышь. Что, отказался, что ли? Был. А я его, по-моему, не тыкнул, окей. Так, мы все в очереди стоим. А, да? Значит, тыкнул. Давайте я так. Просто... А, во, ваша группа... Ну, понятно, окей, еще раз. Вступаем. Все, я согласился. Угу. Лучше сразу скажите, если какие-то косяки или сомнения, конечно. Мастерство-то надо или уже все? Ну давай еще одну. Все надо, парни. У нас сейчас, блядь, еще более серьезные ребята будут в врагах. Ну, у нас же Самрин, Сурки, Хочу в ЮП, Последнее Желание, Стиксы, Вечные, Ревенджерс, Веревенджерс, мать моя женщина. Стиксы будут хотя бы. Да, хочу на это, лучше на барда попасть. На это, играя басы. Авантазия есть там? На первом месте. Когда, ну, насколько я помню, последний раз, когда я был на обычном Доминионе, там вроде бы подбиралось плюс-минус 5. То есть максимум мы попадаем на Iron Ball... 5. Ну, это максимум Iron Balls и минимум Шторм. Ну, это всегда так было вообще-то. Я даже помню эту запись. Ну, чтоб не грабили папки мелких. Да-да, чтоб папки не грабили мелких и примерно сбалансированные... Рейд не разбили по 2 пати и 4 острова. А что, то есть нашу маленькую гильдию не могут папки грабить? Типа не в этом заложено. Нет, папки могут нас пограбить, если эти папки окажутся ниже, вот на данный момент, 6-го места. То есть 6-е место, вот Iron Balls к нам может прийти в гости. Да. Но надо... Iron Balls скорее придут на Авантазию, чем на нас. У этих там свои счеты. На нас вулканы могут напасть, а не 18-е вообще. На нас много кто может напасть. Да, что-то говно. Надо, короче, кого-то грабить.
Нужно сейчас выжимать максимум из того, что мы можем играть без кого-то. Чё, да вон на шторм поставим все. Хрен знает, может у них там полурейд сильнее, чем патик. Все, минута. Может мы просто на хреновую патику попали все. Какая минута? Сейчас засосет. Я и говорю. Надо выжать. Пошло. Крал уже стал. О, давно я Машку не видел. Мы в дефе. Против? И тут я один. Мышка яднее Норбит Мелкоскоп. Мышка, это же... Самрин? Это импы и сказочница. Нет, мышка это маг... Да, маг. Мышка вулканы были. Я с мышкой бился тогда. Я на арене с ней дрался, это хороший маг. Тактику давай. Блять, в дефе? Сука. Два барда. Самый быстрый должен быть готов рвануть на каплю. Сейчас оттягиваемся в поселок. И обязательно нужно продержать круг. Блять, это пиздец. Это самый гадкий остров. Великолепный для атаки, для дефа просто жопа. Короче, первыми мышку и некрахилу, короче, бахами все. Да. И обязательно главное не просрать круг. На нем должен закончиться бой. Все, в любой позиции должен быть наш круг. Так куда берешь? Кто баф берет? Да я успею взять. Все, я беру. Да ходу, я. Ходу, в поселок, ходу. Прям через кладбище, блин, бегу. Макс, не стой на месте. Я вон сейчас... А, все, охраняй. Можешь здесь ебануть сверху им, привет. Пойду я, в общем, на кружок зайду. Все, по мелкоскопу пошла жара. На капле пока нет никого. Ой, а вот тут пришли трое. Ой-ой-ой. Что делать? Говори мне, стоять на капле? Ой-ой-ой. Жди, там на капле придут. Сколько там? Вот, уже двое на капле. Я не сомневался, сейчас будет еще больше. Три на круге. Барт пал на капле. Мышь почти все в откате. Блять, они и на круге тоже. Как трое? Двое их там. Держим поселок. Все, поселок держим. Не рассасываемся. Поселок держим. Блять. На круге все должно было решиться. Держим поселок. Короче, да. Но должно было все решиться на круге. Сука, они сразу его взяли. Ну, да. А каплет кто тикает? Там один кто-то. Ильич там один был, их там его высекли. Там они не знают, как пройти на каплю правильно, понятно. Ничего страшного. Окей, будем знать, что даже на такие... На пэтом садимся и взбивать будут дольше. Собственно. Да, что даже серьезные ребята не знают, как правильно ходить на каплю. Это хорошо. Это что за гильдия, я не понял даже. Олимп? Понятно. Мы вляпались в Олимп. Ну, не то чтобы вляпались, но это стабильные парни из... По-моему, топ-10. Да, пятое место. На данный момент. Там, короче, сейчас поддадут, так? Нам сейчас дадут просраться, но некро, по-моему, мы до смерти довели. Вон иду сзади. С двух сторон. Так, короче. Газуем по... Я в ассисте. Ятнею. Слепанул, не сможет бить издалека. Мелкоскопу валим, да? У них не крахил, да. Же. Мелкоскопа. Это очень серьезный противник, ребят. Ничего страшного, что мы здесь сейчас разлетимся, как просто говно под сифоном ассенизатора. Ну вот меня сосистили. Я сейчас схвачу баф. Попробую убрать одного из бардов или кого. Или не крахило. Попытаюсь. Держитесь. Ассист раздавайте. Не слышу, меня нет. Так некро давно. Надо было лить. Но он так живой, мы пытаемся, сука. Его. Да мага, короче, надо было. Мага? Убираю в долину мага. Мышку убираю. Не убрал. И Долен на кого-то другого прыгнула. Блин. Смяли меня. С точки. Там Некрух, по-моему, ушла в Долену.
Держимся, держимся, держимся. Главное не сильно по счету просрать. Мышку, 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 да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я ваншот. Вообще-то все должно было решиться на круге, ну ладно. Блин, бьют больно. Вот. Очень больно, это не мешки. Да. Беру баф, пытаюсь принести. Одет-то не, конечно. А я не успею, все уже. Блин. А, держим, держим! Блин, вот говно. Да, против Алипу, конечно, это пиздец. Но это стабильный топ-10, ребят, конечно, что вы хотите. Так, на каплю, короче, Лёх, ты знаешь, как бежать? Я знаю, как бежать на каплю, но у меня это займет очень много времени. Мне нужен коврик или хотя бы птичка. Сука. Я понял, как, по-моему. Вообще, волка. Ты не видел видео? Посмотри, одно из моих видео есть. Любой чемпионский доминион. Не пробуй, можешь за мной бежать, я тебе объясню как. Ну то есть не за мной, впереди меня, я тебя направлю сейчас, беги. Тебе нужно бежать, прямо, видишь, впереди деревья. Два маленьких дерева. Небольшое дерево чуть левее, а вот между двумя камнями два дерева, видишь? Тебе туда. Тебе туда. Сейчас я туда же за тобой, попытаемся затащить хотя бы каплю. То есть по очкам не просрать как слишком много. Остальные на круг. И очень постарайтесь не попасть сейчас под обстрел прямо сверху. Прям вот здесь вот, бля, вообще инвизы здесь используют, ну ладно. Прям сразу налево, налево, налево и через могилу на круг. А нам прямо, во, я же говорил. Прямо, прямо, прямо. За тобой прет мамонт. Я вижу. Ну вот не дают, они знают, как пройти на каплю. Они мне не дадут так уйти. Блять, мир кончился. Ну берите поселок, в чем проблема? Давай, Леха, беги, держи его. Паш, сука! Вот проход, понял, да? Угу. Будешь теперь знать. Давай, Кильтос, красавчик! Угу. Помогай, но меня на жопе справедливо бьют, Камул. Не выходи из круга! Не выходи из круга. Я барда держу, Камула бейте. Бью. Давай. Давай, 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 я еще успею спастись, давай добивай. Добиваем, блядь! Есть! Блин, мышка. Сука, портнулась. Вот я же говорил, не попасть под обстрел прямо на выходе, а видишь как? Вот говорю, это самый охуенный остров для атаки. Ну в дефе это если только очень успеешь, а против такого противника нет, конечно. Они уже поняли, что они нас ваншотят. На круг сейчас прибегу. Что там, парни, на круге? Что, ребят? Мы трое. Отлично, сейчас буду четвертым. Пошло, пошло. На, держитесь, ребята. Мышка знает свое дело, конечно. Вот там вообще серьезные парни. Олимпия. С ними очень тяжело. Но ничего, ничего, ничего. Империя умрет. Однажды, дважды, трижды. У меня на этой империи 4500 фрагов уже. А вот и штурм. Мелкоскопа лью. Зайди в круг. Отлично. Бабл. Ну, ну, Норбита, 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 пока некр в бабле. Все, резко доливаем мелкоскопа. Бля, держись, мне, Ильич. Долина, да. А, ну они все здесь. Нет, не все. Четыре. Ну, штурм остановлен. Ну, остановлен, да.
Пиздец, пятером не можем некро слить. Я его и пятером. Кильтос только далеко где-то. Кильтос мертв просто. Ага. Это в инвизе так и будет показывать. Да, хрен ты их так сольешь. Но увидели, сколько они нас захватили, да, 24. Ну, это ого-го. О, красава. А еще на каплю бы прорваться. У кого быстрее пет? Полминуты осталось. Что тут? Ну, все равно, мы очки зарабатываем, понимаешь? Ама, крошки. Но мы нарвались на серьезного противника. Что вы хотите? Сколько можем, столько и тащим. Давайте, давайте. Ничего такого в этом нет. Мы напали на... То есть не мы напали, мы попали на очень серьезного соперника. Ничего такого в этом нет. Ой, 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 бегут. Ну ничего. О боже, один килл и тут мой. Ну да, вот-вот. Вот оно. Да, вот посмотите по статистике боя. Вот что такое топ-гильдия. Ну не то, что топ, с претензией на топ. Я надеюсь, что мы вот через некоторое время станем примерно такими же. То есть вот ничего такого сверхъестественного. У них это не топ-гильдия, но при этом это серьезные парни. Очень серьезно нас... Остались на 11-м месте. Очень серьезно нас разобрали. Да, ничего страшного не произошло. Всего одно место сдали нормально. Позиции. Ничего страшного не произошло. Они поднялись за счет нас сейчас, да. Ну и пиздюлей получить. Не такие они и топы там. Не такие и топы. Я и говорю, это не топы, это очень крепкие середнячки. Они всегда в топ-10. Середнячки, если бы не некоры, не мак, как ничего бы они не сделали. Если бы докабы, Ильич. Что, на обычный домик пойдем? Ну зачем, нахрен надо? Может, аномалка? Ну, амальгама с этими. Аномалку можно сейчас гонять, по-быстренькому. Ну, что аномалку уже? Ну, поехали, как? Может, сундук спиздим. Давайте быстрее в ангар тогда, и побежали. Собери пати. Стоим не в ангар. Да, давай. Вообще, я предлагал... Я готов. Давай, пойти. Я предлагал после третьего боя собраться немножко, пообщаться. А, ну, в принципе, ну, наверное... Ну, сейчас... Нет, мы сейчас быстро пока... Давайте заползаем в ангар. Пойдемте просто в прихожку на пару минут. Channel switched. Ну вот, ребят. Пока еще не все здесь, да? Но видите, что вот какой-то результат есть. Это вот те, кто не попал. Ульфа, лодочник, самое-самое, вайп. Как видите, результат более чем налицо, ребят. Ну, я только с работы пришел. Но посмотри, где мы, например, и где Авантазия какая-нибудь, или там Золотая Орда, или... Или сюрреал, если хочешь. User joined your channel. Нигде всего лишь неделю назад были клапки. User joined your channel. Лёг, ты прыгни на кор. User joined your channel. Я здесь, уже здесь. User joined your channel. Стой, 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 стоп, стоп, квест. Забыл. Так, обратно туда возвращаемся. Секунду. Здесь? Давай пока тут посидим, сейчас ребят подойдут. Я у нас на все равно. Отойду. У нас все равно ничего страшного не произойдет. Сейчас все, все, все. Стой! Твою мать. Не успел выпрыгнуть, я же сказал, стой. Вы вчетвером уплыли вообще. Гусь и... А, гусь отлетал. Гусь, а ты отлетал? Да, уже все отлетал. А. Меня забыли, я же сказал, подожди секунду. Я не успел до портала добежать. Я на него встал, а ты уже уплыл. Ну что там у нас другие наши пачки? Ну вот здесь это уже не прошлый порт ЮП. Намтар ЮП. Ага. Теперь прыгаем. Куда прыгаем? Ты не с нами в ангаре, типа, или что? Да, я походу в другом сейчас выскочу. Угу.
А почему ты говоришь, четвером улетели? Кого-то еще не было, разве, на коре? Просто у гуся ключи кончились. Бягу. В любом случае, сверхзадача на эту неделю выполнена. Да, в канале все еще рвется в бой, я смотрю. Так, тогда Макс, пока чугунный, встань на этот, на визор, пока нету пала. Хорошо. Я тут.